Самое главное – найти единомышленников, говорит лидер группы «Танцы на траве». Найти свою фишку, то, что будет вас отличать от других групп. Репетиционную базу или инструменты можно взять в аренду. У танцев и базы, и музыкальные инструменты всегда были свои. Это дает независимость. Укомплектовать состав, понять, какой материал, что вы играете. Вот. Ну и для начала большую репетиционную работу провести. Большая ошибка, наверное, молодых начинающих команд – это такое, так скажем, бездумное копирование. Продюсер рок-лайна Елена Зорина-Новоселова говорит, главное для начинающих создать узнаваемый хит. Затем обязательно записать видео. Можно даже с помощью фотоаппарата или телефона. Главное найти интересный ход, выложить видео в интернет, вести свой видеоблог, а когда уже материал есть, сделать студийную запись. Студию найти не проблема. Вот. Некоторые на коленке вообще, что называется, у себя дома. Тем более сейчас, так скажем, техники достаточно много. Может быть, у тебя настолько роскошный хит, что вы с тем же самым звукорежиссером найдете какие-то точки соприкосновения, и он сделает для вас такой подарок. Подождет, когда вы раскрутитесь. Площадку для выступлений можно найти в кафе или клубах. Все зависит от музыкального материала, насколько он будет в тему для публики клуба, где любят живую музыку. Нет универсального рецепта раскрутки. Стучитесь во все двери, отправляйте свои записи продюсерам в популярные телешоу, и пусть вам повезет. Везение, коммуникабельность, твой круг знакомых. Самое главное – это твоя личная активность. Активность в то, чтобы пытаться приехать на любого уровня фестиваль, там, допустим, региональный он какой-то, российский, международный, неважно. Это очень близкий контакт со слушателями. Ну и в помощь интернет, конечно. Раскрутка, конечно, займет не один год. Самое главное – не сдаваться, советуют музыканты. Группа «Танцы на траве» начинала в конце 80-х и была успешной. Затем сделали перерыв на 17 лет. Теперь снова популярны в Перми, уже в обновленном составе. Очень много подводных камней, где можно споткнуться, руки опустить, какие-то неудачи могут быть. То есть там на концерт могут к тебе не прийти, не надо распадаться. Немножко терпения. Может быть, где-то взять паузу, да, небольшую, обдумать все и снова взяться уже со светлой головой, с новыми мыслями за работу.